Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня вместе с вами мы продолжим проходить замечательную карту про хирургов. И как видите, у нас на столе уже лежит наш пациент, которому сейчас мы будем проводить операцию. И ребята, если вам понравится это видео, я рад, если вы поставите лайк. 2500 лайков, выходит новая серия сразу же. Никогда об этом не забываем, каждый ваш лайк — это большая мотивация для меня для записи новых видео. Поэтому, ребята, каждый ваш лайк для меня очень важен. Я думаю, то, что одна секунда на то, чтобы его поставить, это не так там много для вас. Также, ребята, я буду рад, если вы подпишетесь на мой канал. И также, если посмотрите это видео до конца, потому что мы сразу же, ребята, приступаем и больше не тянем. И что нам нужно сделать в первую очередь? Конечно, нам нужно вылечить раны этого пациента, заклеить ему все вот тут пластырем, потому что, я не знаю, может он также с велосипеда упал, как наш первый пациент. Упал с велосипеда, а мы ему разрезали все кишки, потому что у него там произошла, не знаю, какая-то внутренняя травма. Но все же, ребята, как видите, первую часть операции мы выполнили. И сейчас нам опять нужно проникнуть к нему в его туловище, чтобы излечь бактерии и также поврежденные его кости. И у нас есть 100 секунд, чтобы пройти вот эту карту. Хоть я думаю, то, что это будет совсем непросто, очень непросто. И это будет, ребята... Я, наверное, также буду беситься, как и в предыдущей серии, потому что в предыдущей серии это было что-то с чем-то. Вот честное слово, это было что-то с чем-то. Потому что я там действительно просто-напросто не успевал ничего делать. И что самое главное, нам нельзя ничего пропускать. Потому что если мы пропустим хотя бы единую бактерию, то мы не сможем пройти вот эту карту, ребята. И к большому сожалению, нам нужно будет ее перепроходить. Не то что карту, а вот этот последний уровень. Хоть и в принципе это действительно будет занимать очень много времени. Поэтому, ребята, нам нужно стараться пройти это все как можно быстрее. Но не так-то это просто, как вам, ребята, кажется. И плюс к этому, я уже для вас оставил ссылочку на эту карту в описании. Вы уже можете ее зайти в любой момент, ребята, скачать. Как мы отлично справились с заданием, ребят. 2, 3, 4, 5. Значит, нужно запомнить то, что у нас будут в каждом раунде по 4 бактерии и один какой-то орган. Ребята, нам нужно будет это запомнить. Я еще раз повторюсь, ребята, вы в любой момент можете зайти и скачать вот эту карту. Я ее уже приготовил для вас, поэтому, ребята, вперед, станьте настоящими хирургами. И сейчас мы будем продолжать оперировать нашего беднягу, который также где-то повредился, узнать бы где, и у него тут... Это кто такой? Не знаю, ребята, но сейчас мы опять будем в него проникать. Как-то это не очень хорошо прозвучало, потому что если бы это была девушка, это бы прозвучало очень даже круто. Но проникать... А, пацана, это не совсем очень даже... А хотя я не знаю, ребят, что-то я бред уже начал нести. Но да ладно, как я вижу, этот уровень будет какой-то слишком тяжелый, как я понял. Нам нужно в первую очередь найти 4 бактерии. И, честное слово, фиг его знает, где они. Но одна тут 100%. У нас есть 120 секунд или сколько у нас там было, ребят, я не заметил. Но одну мы уже нашли. Я видел, вот, да, я заметил, ребята. Я не знаю, как я заметил, но я заметил то, что там что-то было. И у нас еще осталось 2 бактерии и один орган. Орган, который нужно извлечь, не знаю зачем, ну да ладно. Орган, который нужно извлечь, чтобы вылечить нашего персонажа. Поэтому ищите треснувшие клетки нашего организма, клетки или вот кости, ребята, или кости. Это третий, да? Это был третий, если я хорошо знаю считать, и я еще не разучился. Поэтому, ребята, как я понял, нам еще нужно найти одну бактерию за 85 секунд. Бактерию, это плюс к тому. И также нам еще нужно найти какой-то важный орган, который также нужно извлечь с его тела. Но я не вижу тут больше ничего, и это очень плохо, потому что я не знаю, куда нам сейчас идти. Ребята, смотрите внимательно, потому что если мы пропустим хотя бы одну часть, то нам нужно будет проходить этот уровень заново. То есть нам опять нужно будет около 2 минут пытаться найти нужные нам органы и бактерии. Я, по крайней мере, ничего не вижу. Может, у меня со зрением что-то плоховато, и вы, ребята, уже смогли все заметить, но я пока что ничего не вижу. Не тут, не тут. И это очень плохо, потому что время тикает, оно нас не ждет. На этой карте, к сожалению, оно нас не ждет. И нам нужно стараться это все выполнять как можно быстрее. Но не все так просто, как это кажется, ребята. Не все так просто. А, пожалуйста, у нас осталось 35 секунд.
Вот есть у меня такое ощущение, не только, наверное, у меня, да, то, что мы не справимся в этой серии. Есть у вас, ребята, такое ощущение? Не в серии... Охренеть, вот это вообще было вовремя. Не в этой серии, а в этом раунде. 20 секунд, чтобы найти одну бактерию и один какой-то очень важный орган, который также нужно извлечь. И как вы заметили, мы умираем от каждого падания в лаву. То есть, как только мы упадем в лаву, мы... О, что-то тут есть, что-то тут есть. Только я не вижу что. Вот. Вот. Главный орган я нашел, но я не нашел... А, 10 секунд, 10 секунд. Успею ли я найти? Успею ли я найти? Если я успею найти, то я буду чемпионом. Если... А, нет, я так надеялся. Я так надеялся, то, что там что-то будет. А, значит, это еще один раунд. Ага, то есть у нас есть два раунда. Так, а я понял, где у нас находится. Тут у нас есть что-то. Вот тут у нас есть, да? Тут у нас есть. Я запомнил, ребята, запомните то, что там есть бактерия. Вот тут, как я понял, ничего нету. Тут ничего нету, ребята. Нужно это запомнить, чтобы потом сюда не возвращаться, если... А если мы еще раз продуем... А если честно, не хотелось бы. Очень не хотелось бы. Поэтому нужно запомнить. А, кстати, что меня интересует? На начале ничего не было. Может, я на самом начале что-то пропустил? Хоть мне кажется, нет, ничего тут не было. Поэтому, ребята, нужно двигаться как можно быстрее. Мы уже профукали 40 секунд. 40 секунд мы уже профукали, поэтому, ребята, будем продвигаться как можно быстрее. Ломаем еще одну бактерию, это уже вторая. И нам еще нужно найти, еще нужно найти, ребята, две. Но я не знаю, где они. Я знаю то, что одна еще вроде должна быть вот тут, да? Если я не ошибаюсь, одна еще где-то должна быть вот тут, в этом таком небольшом коридорчике. Потому что я помню то, что мы где-то тут пробегали, и мы ее, ребята, заметили. В первый раз мы ее заметили, если я хорошо помню. А вот во второй раз почему-то я ее не вижу. Офигеть, как круто. Офигеть просто. Это тяжело очень увидеть что-то тут, потому что тут все одного цвета. И очень как-то все сливается. И нифига просто не видно. Нифига не видно. Но, значит, отправимся сюда. Нам еще две бактерии нужно найти и один главный орган. К счастью, я знаю, где находится вот этот орган. Но, к несчастью, я не знаю, где находятся еще две бактерии. Будем сейчас искать, ребята. И, конечно, мы будем сейчас это все искать, пока не найдем и пока не пройдем вот этот уровень, конечно же. Да, не совсем круто, поэтому, ребята, еще один раунд. К большому сожалению, я опять должен его сейчас проходить. Но попробуем опять. Вот, я наконец-то нашел все четыре бактерии. Это четвертая бактерия, если я не ошибаюсь. И сейчас мне остался один орган. И, как видите, в этот раз я, в принципе, очень даже быстро справился. Но вы не думайте то, что прошла всего лишь одна секунда. Вы уже не представляете, сколько времени я парюсь над этой картой. Потому что я ее уже прохожу не первый раунд, и не второй, и даже не третий. Потому что я уже прохожу очень долго. Я уже, в принципе, изучил ее на память. И мне кажется, это последний... Да! Ух ты ж нафиг, как же я ее долго проходил, вот этот уровень. И у нас, в принципе, впереди еще один уровень. И знаете что, ребята, я его постараюсь сейчас пройти специально для вас. Я не знаю, сколько тут еще уровней у нас будет, потому что я, в принципе, не знаю, сколько автор вообще тут запланировал уровней, но это шестой уровень. Поэтому, ребята, если вы хотите больше прохождения вот этой замечательной карты, ребята, вы всегда знаете, что делать. Я рад каждому вашему лайку, я не перестану это, ну, в смысле, не то, что я не перестану это повторять, я просто хочу, чтобы вы это запомнили, ребята, то, что каждый ваш лайк, это важно для ютубера, потому что это дает большую мотивацию для записи новых видео. В последнюю очередь вы думаете то, что это попрошайничество. Потому что, ребята, это не так. Это не так. Каждый ютубер, когда видит много лайков, он сразу же хочет бежать и записывать новую серию. Многие люди просто ошибаются, то что ютуберы выпрашивают лайки. Но, ребята, это не так. Это не так. Может, кто-то есть такой. Но, ребята, я всегда для вас стараюсь очень сильно. И вы не думайте то, что это не так. Ну да ладно, поменьше разговоров. И сейчас мы, в принципе, будем искать 4 бактерии. Потому что офигеть просто. Офигеть просто. Мне кажется, зря я начал проходить вот этот уровень. Потому что мне кажется, то, что будет... То, что в этом уровне будет что-то эпичное. В том смысле эпичное, то, что вряд ли... Да, вы поняли уже, что, это, что тут будет эпичное. То, что в этом уровне я даже вряд ли смогу найти какую-то одну бактерию, потому что тут все очень как-то одинаково. Офигеть, и как видите, я даже туда не могу допрыгнуть. Я даже туда не могу допрыгнуть. Потому что тут все как-то так слито, непонятно нафиг. И в какую бы сторону нам сейчас, ребята, пойти? Наверное, давайте пойдем в эту, если я смогу, конечно, туда допрыгнуть. Я тут ничего не вижу, ни одну бактерию, ни одну.
Ребята, если вы заметили, то, пожалуйста, пишите сразу в комментарии, на какой секунде и где вы это заметили. Мне очень важно. Вот тут я думал, то, что что-то будет, но ничего тут нету. На 116 секунд, чтобы пройти вот этот уровень, я до сих пор не нашел ни единственную бактерию. Хотя, в принципе, уже смог найти главный орган. И это, в принципе, не было так сложно, как сейчас найти 4 бактерии, которые выглядят так же, как и вот эти все другие предметы. Это будет очень сложно нафиг. Очень. Ребят, вы уже что-то заметили? Я, если честно, еще пока что ничего не заметил. Может, тут что-то сзади будет спрятанное? Хотя, как я вижу, вряд ли тут что-то есть спрятанное. Нифига тут нету спрятанного. Ха! Офигеть, автор. Я вижу, ты очень постарался. Вот, первую бактерию я уже нашел. Нужно будет запомнить, где она находилась. Это очень, ребята, важно. Нужно запомнить, где она была, потому что я вряд ли смогу это пройти за один раунд, как вы уже поняли. И, в принципе, сейчас я только запоминаю, где все находится. Я уже знаю то, что самый главный орган мы можем найти где-то вот так, просто бегая. Потом первую бактерию мы можем найти с этой стороны. Вот вторая бактерия, нужно будет запомнить, где она находится. Вот так, замечательно. Я уже, в принципе, немного понял, где что расставлено. И сейчас еще остались две последние бактерии, которые, наверное, так спрятаны, то что вряд ли кто-то их вообще когда-нибудь сможет найти. Ребята, мне вот интересно, кто-то с вас уже прошел вот эту карту? То есть кто-то ее уже скачал и кто-то уже смог ее пройти? Вот, ребята, мне реально интересно. Потому что мне кажется, то что это очень сложно. Очень сложно. Кто ее уже смог пройти, вы, наверное, прям реально рожденный какой-то хирург. Потому что это очень сложно. Я не могу найти две последние бактерии. Может, они где-то на спауне, вот тут прям на старте, а я их так и не заметил. Может даже это быть. Но где? Две я знаю где. Где две последние, ребята? Кто-то мне скажет. На старте я ничего не вижу. К большущему сожалению, я ничего не вижу. Будем искать, ребята. В принципе, мы сейчас уже умрем, поэтому будем приступать к следующему раунду, точнее, к этому, но еще одна попыточка. Посмотрим, ребята. Ну вот, ребята, я умер, и я умер специально, потому что я уже вроде догадался, я уже вроде понял, где находится каждая из бактерий, поэтому мы сейчас по шустрику будем все это проходить. Вот тут у нас находится первая, я тоже не первый раз уже прохожу вот этот уровень, вне кадра, конечно, никому не будет интересно смотреть, как я 10 раз прохожу один и тот же уровень, поэтому, ребята, я это все вырезал, и сейчас я вам покажу, где находится каждая из бактерий. Я надеюсь, что я помню, где она находится, потому что не так-то это просто запомнить. Ребята, не очень это просто запомнить. Вы не думайте то, что все очень просто. Поэтому сейчас мы будем ее искать, где она находится. Я приблизительно помню. Я не могу сказать то, что я помню на все 100%, потому что все же карта очень большая. Вот тут вроде у нас вторая, если я запомнил. Да, тут у нас вторая. Вот так, замечательно. Сейчас, ребята, мы будем двигаться к третьей. Они тут находятся, в принципе, по кругу, если мне не изменяет память. Они так тут расположены по кругу. Твою нафиг. Не очень хороший старт. Не очень хороший старт, потому что нам тут нужно очень торопиться. Очень торопиться. Так, нужно вспомнить. Тут вроде одна должна быть. Нет, не тут. А где? Вот тут вроде должна быть одна. А если я сейчас опять не умру, вот так, сейчас вот так и вот так. И тут у нас, да, еще одна находится, вот. Как это сложно все выявить, как сложно найти вот эти все бактерии. Автор действительно постарался над созданием вот этой карты, потому что не так-то это все просто найти, ребята. И не так-то просто сделать вот такую красивую карту. А знаете что, ребята, о, вот тут у нас, кстати, последняя бактерия. Знаете что, ребята, я даже думал над созданием новой рубрики карты от подписчиков, если, конечно, подписчики будут создавать какие-то действительно очень даже... Это аппендикс у чувака был. А если, конечно, подписчики смогут создавать какие-то очень хорошие карты, то, в принципе, да, я смогу их даже, ребята, проходить, но это зависит только от вас. И, к сожалению, мы уже сейчас будем заканчивать вот эту карту. Следующая операция, это у нас будет урон мозгу, потому что чувак что-то, наверное, там сотворил со своим мозгом, сейчас нам нужно его будет прооперировать. И, ребята, если вы хотите новую серию как можно быстрее, я вам обещаю, набираем 2500 лайков, сразу выходит новая... А знаете что? А давайте даже не 2500, а давайте 2000 лайков. Вот сегодня я сделаю такой небольшой
небольшую поблажку. 2000 лайков на 500 лайков меньше, чем обычно. И я сразу же выпущу новую серию. Если вы хотите видеть до 2, 3, а то и больше видео за сегодня. Кто не знает, это уже второе видео за сегодня. И я, ребята, не перестаю для вас стараться, потому что я всех вас очень люблю. Поэтому запомните, ребята, всего лишь потратьте секунду на то, чтобы поставить лайк. Для меня это будет очень даже приятно, ребята. Запомните это. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я буду рад, ребята, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Никогда не забывайте о лайках и также подписках. Ребята, спасибо вам большое за просмотр. Кто досмотрел это видео до конца, приходите завтра, потому что завтра выйдет новое видео на моем канале. Оно выходит каждый день. Всегда посещайте мой канал. Я всегда вас тут жду и рад вас видеть. Еще раз, ребята, большое вам спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.